Стоунхендж по-сочински выстроил местный боксер. Камни ничем не скреплены между собой. Григор Асатрян признается, углубленно физикой никогда не занимался. И складывать камни – просто его увлечение. Стоунхендж – одно из самых известных культовых сооружений в мире. Один из знаменитых археологических памятников на планете. До сих пор не существует единой и окончательной теории относительно того, кто, когда и, самое главное, с какой целью построил это сооружение. А вот сочинца Григора Асатряна строительство миниатюры Стоунхенджа успокаивает и умиротворяет. Говорит это потому, что артефакт древних цивилизаций является мистическим монументом. За процессом строительства сегодня на пляже Приморский наблюдали десятки горожан. Зрители фотографировались с новой достопримечательностью, которая соседствует со скульптурой Нептуна. А талант местного боксера оценили бурными аплодисментами. Это я делаю, потому что это меня успокаивает. И мне очень нравится, что то, что я могу делать, это людей приятно, интересно. Никто не подсказал. Я нигде не видел это, когда я первый раз попробовал. Просто так решил, взяли и попробовал. И с первого раза у меня получался. Это было 3 года назад. После этого я никогда не попробовал. Ну, я думал, просто мне повезло. И как бы буквально 3-4 месяца назад я решил снова попробовать, как бы проверить сам себя, это просто мне повезло или я могу делать это. И оказывается, что могу.